15 января 2016 года. Уже 15 дней без Вани. Где он? Что он? Никто не знает. Но есть хорошая новость. Сегодня у нас пятница, и в шоу-клубе «Доберман» выступает группа «Апрель». За этой дверью и гримерка. Можно пойти поздороваться с ребятами, пообщаться. Пойдемте. Ваня, а ты где был? Мы с «Апрелем» выступали, там, Кострома, там, Самара, Париж. Какой «Апрель» на сцену «Добермана»? Быстро, 15 дней без тебя работаем. Ребята, сиди, мы работаем. Миш, ну подожди. Все, на сцене, увидим, на сцене. Миш, я плохо. Третий. Пошли работать. А там хоть люди-то есть наверху? Там полный клуб, Ваня. Божечки мои, слушай, а что ты не справлялся? Я думал, Сережа, я думал, что мы все умеем. Где он, мой? А мы третью модуляцию там перепутали, представляешь? Да забудь ты, у нас вечеринка! Боже мой, а кто выступал? Апрель, а потом мы, сначала мы, потом апрель. Быстрее, 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 быстрее. Все, мы на сцену, мы на сцену, мы на сцену. Шоу-клуб «Доберман». А я продолжаю ходить по шоу-клубу «Доберману» и мешать всем работать. Следующий на очереди диджей, который работает в лаунж-кафе. Пойдемте к нему. Как можно помешать работать диджею? Нажать у него просто паузу. Опять что-то... Не ходите, мы снимаем. Потом, потом. Не-не, мы снимаем, мы снимаем. Да мы снимаем, не, ты мешаешь кадр. Обожаю эту работу. Расскажи, пожалуйста, как работа в «Добермане»? Пройти хочешь? Сильно хочешь пройти? Да, я тебя убью. Кстати, ты знаешь, что у нас в понедельник корпоратив? Конечно. С кем замутишь? Я или Ваня Засухин? Что это? Так, как обычно, у нас работает фотограф, и мы сейчас будем мешать его фотографировать. Вот. Здесь у нас в клубе получается хорошая атмосфера праздника. Всегда, всегда есть хорошие декорации, вспышки. Все это здесь, в шоу-клубе «Доберман». Единственное, кому я сегодня не буду мешать работать, это служба безопасности нашего клуба, потому что, ну, там опасно, реально. Если честно, здесь грязнее, чем в моей комнате, правда. Фу. Бабочка, где взял? Очень красивая. Мой бывший подарил. Как зовут? Сережа. Фамилия? Левченко. Хочешь, помиримся? Прямо здесь, прямо на глазах у всех. Давай прям. Хотел смириться, это сейчас обесит. В общем, мы с Ваньком будем, я надеюсь, еще долго вместе. Шоу-клуб «Доберман». Всем добрый вечер. Сегодня суббота, и в шоу-клубе «Доберман» группа Перри Мейсон. Это первая хорошая новость. Вторая хорошая новость. Ваня Засухин вернулся, и он здесь. Работает вместе со мной. У меня в два раза меньше работы. Все круто. Ну а пока хотелось бы пройти в гримерку и посмотреть, что же делает группа там у себя. Пошли. Мужики, меня вчера из «Апреля» выиграли. Там не могут. Ну, ну Перри Мейсон, возьмите, пожалуйста. Ну, прям очень надо, мужики. Ну, Вить. Вань, куда мы тебя? Где мы тебя возьмем? Ну, Иза, ну барабанчик. Ну, что ты опять пришел, а? Ты что, ты замучил? Пошли работать, Вань, на сцену. На сцену, Ваня. Ты всему карьеру вокальную портишь. На сцену, Ваня. Ненавижу тебя, не знаю. Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо, лишь бы ты ходила голая рядом. Мне никогда не будет скучно с тобою, я даже в твою честь планету открою. А пока она тебе будет сниться, я приготовлю для тебя огромную. Картина по номерам. Это смешно. Да. Это не оставляй, плохая шутка. Секс регулярный? У меня просто нет. No comments. У меня просто нет, я думаю, что дело в волосах. Ну, может быть, и в волосах, да. Привлекательно же, правильно? Нет. Нет? Да все, пока. Рома, извини, но мне надо бежать. Дела, пойми, дела, дела. Рома, извини, у меня самолет. Москва, Париж, мила Москва. Рома, извини, но мне надо бежать. Дела, пойми, дела, дела. Рома, извини, у меня самолет. Москва, Париж, мила Москва. Москва, мила Москва.
представь, что ты дерево. Как бы ты занимался сексом? Как Буратино. Покажи. Носом? Нет. Покажи. Носом. Танцуй для меня, только для меня. Танцуй для меня, только для меня. Танцуй для меня, только для меня. Ань, слушай, ну вот я заметил, что ты сегодня наблюдаешь за группой нашей хабаровской Perry Mason. Вот ты как приезжий человек, оцени их, тебе нравится? Слушай, ребята очень круто поют, особенно такой, оу, как-то так она. Это очень круто, честно. Как-то, что это было? Когда они как-то так, ну как диджик сводит, допустим, да, как там трек, они такие, оу, и поют, ну это круто. И просто пьяные у них так всегда. Это Хабаровск, как бы. Я смотрю, директорат на тебя смотрит неодобрительно сейчас. Я вообще в шоке. Просто тебя заказали как бы. Кто? Ну, ко мне подошел Димс, говорит, можешь короткого сета испортить, чтобы его уволили. Вот сволочь. Я ему не прощу. Он мне дал 300 рублей за это. 300 рублей? Бля, 500 даю. Я пойду ему сет испорчу, да? Я поломал ему аппаратуру. Так вот. Во рту, блядь. Все хорошо. Все, спасибо. Всем спасибо. Привет, все хорошо вообще. Спасибо, просто спасибо. Все тут супер. Я вообще люблю этот клуб. Доберман, Доберман Форева. Просто, блин, мне тут так нравится все. И Perry Mason просто самая лучшая группа. Мы в восторге, мы танцуем, веселимся. Да, мы клёвые. Все, я пошел работать дальше, спасибо.